Всем привет, с вами Звездочетка. И я, Ксения Акчурина, готова поделиться самыми свежими предсказаниями на следующую неделю. Овны, проявите решительность в преодолении трудностей. Порадуйтесь успехом близких, они это заслужили. В пятницу отложите мелкие дела и займитесь решением более важных проблем. Тельцы, не огорчайтесь по пустякам. Оптимизм позволит вам направить ситуацию в нужное русло. В среду вас ждут неприятности на работе из-за вашей неуверенности. В субботу не стоит идти против общественного мнения. Близнецы, на этой неделе будьте мудры, тогда с легкостью преодолеете все препятствия. Интуиция подскажет, кому можно доверять. Смело беритесь за любые проекты. Раки. Первая половина недели хороша для осуществления больших профессиональных планов. А вот во вторую неделю не беритесь за важные ответственные дела. Львы. Вам нужно сосредоточиться только на важных делах. Беритесь на работе только за те вопросы, которые имеют к вам отношение. Во вторник избегайте авантюр, а пятница будет самым хорошим днем на этой неделе. Девы. Не самая спокойная неделя. Однако решение многих проблем вам будет по плечу. В четверг поступит заманчивое предложение. Прежде чем дать согласие, подумайте, нужно ли вам что-то менять. Весы. На этой неделе вас ждут интересные встречи и знакомства. Вы будете готовы свернуть горы, но некоторые события могут задерживаться. Не отчаивайтесь, а просто перенесите их на следующий год. Скорпионы. На этой неделе вы с легкостью разберетесь и с работой, и с личной жизнью. Главное – быть внимательнее к новым идеям, даже если на первый взгляд они кажутся абсурдными. В субботу и воскресенье звезды обещают приятное общение в кругу семьи. Стрельцы. На этой неделе у вас появится возможность подняться по карьерной лестнице. Самое время завести новых союзников. Во вторник или в среду вас ждет финансовый успех, а вот в пятницу не стоит брать в долг. Козероги, если вы не будете слишком задирать нос, то можете рассчитывать на успех в течение всей недели. Наступает время высокой активности. В пятницу не стоит переубеждать начальника, который уверен в своей правоте. Водолеи, пришло время для воплощения проекта в жизнь. Не обойдется и без перемен, а близкие люди помогут вам решить финансовый вопрос. Рыбы, наступает плодотворная неделя. Во вторник вы сможете составить беспроигрышный план действий, если это потребуется. В среду что-то вас насторожит в отношениях с коллегами. Стоит корректно, но твердо прояснить ситуацию. На этом у меня все. А если вы не успели прослушать свой гороскоп, вы всегда можете знакомиться с ним в ближайшем номере газеты «Стерлитамак неделя». Верьте звездам и слушайте сердце. До скорой встречи! Газета «Стерлитамак неделя». Время читать.